есть хочу, я вам объясняю. Ах, так! Слушайте, вы просто Мегера. Вот, там вы прошли, вы там выбрал то, босс и все. А ты, ну, сделай. А что я сделаю? Ну и все. Открой рот. Не могу я больше есть. Открой рот. Не могу, не буду. Всем салютики, мои дорогие. Сегодня у меня щи свежие. С курочкой. Курочка там внизу где-то болтается, крылышко. Ну что, скоро уже у нас Новый год. Остались последние денечки приготовления. Так что, дорогие мои, пожалуйста, не обижайтесь на меня, кому я очень долго отвечаю. Сейчас просто времени вообще нет, поэтому, ну, сами понимаете, предновогодние хлопоты, они всегда такие. Завтрак. Мой завтрак. Так, чтобы кто-то не говорил, что а пожрать-то есть у тебя время. Ну, так завтрак всегда, на завтрак время найду. А как же? И вот такие у меня хрустяшечки сделаны. Там лежит у меня крыло. Из-за этого крыла мне туда не подкопаться. Тарелочка-то маленькая. Ну, видите, большую возьму вообще, скажут корыто. Начинка у меня сосиски тертые с сыром. Если по чесноку, то я супы не особо люблю. Поэтому вот такая тарелочка для меня маленькая. Она вполне приемлема. Больше этой тарелки я, к сожалению, не съем. Забыла зеленушку посыпать. Ну, там она есть, но все равно я люблю, когда сверху еще. Чуток пересушила. А, ничего страшного. Завтра надо, конечно, ехать в магазин уже. Поэтому, если получится, я засниму свое путешествие. Я, конечно, в магазине не люблю отвлекаться. Я целенаправленно иду, чтобы покупать. А если еще снимать, то в магазине можно пробыть и 2 часа. Второй пошел. До него еще очередь не дошла. Мореха есть, брачок. Ничего страшного, и так вкусно.
Я думала, люди перед Новым годом хотя бы немножечко добрее становятся. Но фигушки там лысого. Что, просто разделаться наконец с ним. Надоел. Бедные, несчастные люди. Никакой радости у вас в жизни нет. Я скажу, а у тебя только одна радость пожрать. Да нет? Еда это, скажем так, необходимость. И то, что я сейчас завтракаю, я сняла. И все. А вы так и будете братись по Ютубу целый день. Так что вот так, друзья мои. Так, косточка, нет, нет. На завтрак я тоже ем суп редко. Но я говорю, что вот сейчас время, например, у нас без 10:03. По сути, это обед уже. У меня завтрак. Поэтому почему не съесть супчика? Тем более такого насыщенного, вкусного. Вообще в Новый год, на Новый год, я люблю ходить в гости. Это более кайф, чем тебе самой готовить. А потом уже, конечно, не то, что сил не хватает, нет. Но уже надышишься этим, все уже неинтересно. А когда приходишь в гости, у тебя всегда такой, знаете, еще такой вопросительный знак в голове. Что там будут люди подавать на стол? Какую, может быть, программу сделают веселую? Ну, то есть вот так вот. А когда сама вроде... Нет, я люблю как-то для людей, когда делать, да, для своей семьи, но люблю, чтобы я пришла на все готовое. Тридцатого приедет мама. Так что будем праздновать, мои дорогие, будем, будем, а как же? Тридцатого буду холодец варить, ну это как всегда, я с 30 на 31 в ночь варю холодец. В общем, забот, хлопот хватает. А вам желаю хорошего настроения, позитива, спасибо, что смотрели меня. Всем пока-пока.